Я устала. Эй! Давайте перекусим. Это правое, это левое. Елка стоит, трусы висят. Меня смотрят только жирные, толстые, семимесячные. Девки, это Чучундра Валюха 123 за мной следит. Девки, мне сказали, она меня хочет. Боже упаси. Ой, ребят, я так устала. Мне надо было с палочкой идти. Я обратно еле-еле шла. Еле-еле. Так, ваша любимая сковородка, колбаса, 4 яйца перемешала. Соль моя любимая. Обратно кофе с молоком и ложка. Хлеб черный. Батон. Это я на лавочке ела. И сыр с маслом. Ой. Ой, как я есть хочу. Представляете, как они за мной следят? Мою личную жизнь. Свою хоть сделайте личную жизнь. Валюха, иди работай. Сидишь дома. На государстве пенсию получаешь. Сто тысяч пойдем в приват. Ой, девки, я устала. На лавочке сидела. Ребят, спасибо за поздравления до сих пор. С Москвы мне тоже поздравили медики. Ну, они на ветврача, что ли, все учатся. Где Николай Сергеевич? Я там выставила. Ну, они в его группе, я не знаю, не все. Ну, все они ветврачи или просто группа там на всех подряд. Ой, в Германии сумку я вернула. Сейчас Надька отнесет. Я уже позвонила Гальке. Отправить. Ну, это... Вот что-то пишет мне она. Ну, она красная, а замки там желтые. Нет. Она кожаная. Ой, Германия. Она кожаная, но замки желтые. Зачем мне... Я лучше перезакажу, там другая есть, турецкая кожаная, хорошая. Я красную просто хотела. Что-то Галька написала с Вальбереса. Вы там ерунду не пишите, кожаные. Это джинсы, что вы не видите? Басро, глаза, яйца. Тоже забанила. Не знаю, убрала или забанила.
Надо портнихе, в субботу пойду. Или в воскресенье. Штаны себе взяла, знаете, такие. Я мечтала такие штаны. Мне надо укоротить их. Это, они не кожаные, ну, типа кожаные, не кожаные. Резинка тянется в обтяжку. Ну, как материал такой. Вон, я уже убрала, портнихи надо. Ну, длинные. Угу. У этой видящего взяла. Ну, я зашла, берет взяла. Мне так хорошо в этом берете. Надо все равно менять. У меня беретов много, но 45-го года, но они не облезлые. Надо менять. Она хоть брюки какие привезли. Там еще брюки такие привезли классные. Но я такие не хочу. Мне таких вон висят. Хоть жопой ешь. Я их не ношу. Увидишь его там. Тоже резинка, но так красивая вообще. Ну. Угу. Которые я штаны взяла, я иду, и девка в этих штанах. Ну, она привозила, два раза она, говорит, привозили. Ребят, вставать не буду, не хочу показать. Сейчас покажу, ладно. Я жрать хочу, не могу. Что это такое? Ой, девки, не могу. Сейчас. Сейчас покажу. Ой, 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 чуть не упала. Ой, не могу, спина. Спина моя. Ой, ну на улице я хочу сказать, вот по асфальту идешь. Ой, ну что я? По асфальту идешь и это. Сейчас покажу. Сейчас попью. Холодная. Ой, холодная. Как бы не это горло. И берет взяла. Берет 400 с чем-то. Или 420. Вот, видите, какой-нибудь... Вот, как же вам показать. Вот он шершавый, они резинка, тянутся. Вообще классно, ну длинные. Пойду портнихе все отдам. Вот, видите, они тянутся. Ну, как под кожу, но это не кожа. Ну, как материал такой, короче, вы поняли. Материал такой, вот как объяснить-то материал? Но это не материал, не тряпка, а вот непонятно как. Я не знаю, как объяснить. Ну, короче, вы поняли. Портнихе схожу, отнесу. Ой, не могу. Обувь всю достала.
все достала. Только летнюю не достала. Там саламандра. Хотелось, правда, достать саламандру белые летние такие туфли. Ну, они не летом, не поймешь, когда в них ходить. Я раза, наверное, 3 ходила. Эти не стала еще, думаю. Весна еще. Я вам хочу сказать, я сидела на лавочке. Плюс 10, но, извините, холодно. Холодно. Ветер. Очень холодно. Я там... Надо у меня такие полуботинки новые, их не одевала. Надо убрать. Что мне? Что мне? Всю обувь надо носить. В деревне живу. Там еще одни достала. Надо убрать их. Пускай лежат, правда? А что носить-то здесь, в деревне? Тапки одела. Или шлепки. Но я раздавать не буду никому, ни сестрам, никому. Пускай лежат. Они новые. Их не одевала. Ботинки осенние. Как там? Полуботинки. Ботинки, они кожаные. Я их не одевала. Что их вытаскивать? Туды-сюды убирай. Нафиг. У меня пол сапог много. И сапоги тем более. Пускай лежат в коробке. Пить есть не просят. Во вторник поеду в Калугу. Ну, холодно, девки, невозможно. Ну, я в куртке не замерзла, это куртка осенняя, весенняя. Не знаю, какой во вторник будет, какая погода. Не знаю. В чем ехать? Я спать хочу, ребят, невозможно. Хочется одеться помоднее. Куда нам помоднее? Ну, посмотрим, может, кожанку одену новую. Вдруг я одноклассников встречу. Да ладно. Это на Малиниках надо ехать, чтобы встретиться. Угу. Там кто-то мне не вчера, вчера кто-то мне кинул на карту. И я спрашивал, никто мне не ответил. Но я догадываюсь, кто это кинул. Потому что я знаю, кто на карту мои подписчики кидают. Они не показывают. Ну, я догадываюсь, это, наверное, этот кинул. Потому что вот Люда, Лена, ну, Юлька Пенза, она не боится, не стесняется.
Не то, что бояться, но мне кажется, это Лапаев кинул на карту. Ну, я знаю, кто сколько кидает, я уже знаю. Мне кажется, это Лапаев кинул. Он шпионит меня. Ананис с Саной. Чё шпионит? Заходи, да манди. Мне кажется, это он кинул. Мне надо позвонить на горячую линию, там это менеджеру, как его. Мне тут раз присылали, куда я удалила. Это надо позвонить и узнать, как мне сделать функцию, чтобы посмотреть, кто мне присылает с карты на карту. Мне присылали, я не могу это найти функцию в телефоне. Или они сами подключают. А я взяла, нажала на крестик и убралось. Мне предложили. И вот кто на карту кинул, вот это вчера было, перед Людой. Вот. Потому что Лена с Москвы, она тоже на карту, она мне написала, что я тебе кинула в WhatsApp. А это кинули, я не буду говорить, сколько кинули, ну, не маленькую сумму, перед Людой. Кто-то кинул. Ну, мне кажется, это этот, Виталик. Угу. 100%. Потому что я знаю своих донатеров, кто кидает так, а кто кидает на карту. Потому что Иван мне прямо рано-рано утром еще только поздравление. Он самый первый. Ну, тоже хорошую сумму кинул, но это перед Людой кто-то кинул. 100% Лапаев. Мне там не видно, мне эту функцию предложили, я взяла нечаянно, девки, тынула, и она исчезла. Ну, кто присылает, как у всех там, имя, отчество, точка, что там? Ну, нету. Надо звонить мне оператору. А оператору звонить вы сами знаете. Полдня надо. Что-то Лёсик не звонит мне. Сейчас проверим. Ой, как мне болит. Наш Лёсик завтра приедет. Он мне сказал, он сегодня выходной. А так бы он написал мне. Ой, не могу, горло. Ой, это ледяное, нельзя так. Ой, как наелась. Сейчас полежу, ребят. Мне спина, это вообще... Вы там не пишите мне, врачи, никакие там ни почки. Я проверяюсь, и все, там дзене пишут. Врачи у меня нашлись. Ладно, посуды нет у меня. Это не жрешь и по... Вот это вот. И посуды нету. Ай-ги-ни-ни-ни-ни-ни. Ну что вы там, чучундры? А это сок, а, вишня и яблоко. А, девки, погода хорошая, но ветер сильный.
Снег еще, ну, лед, конечно, я в центре там пошла по тропинке, там лед с грязью, и я по дороге шла. Ну, девки, я боюсь еще. А в центре около магазина Пятерочки, как всегда, воды около Магнита. Не знаю, почему. Да, там круглосуточная. Круглогод вода. Не знаю, может, там ямы сильные. Лужи большие. Птички поют. Что, они машину поменяли? Живут же люди в Голливуде. Машину поменяли. Уже третью. Была у них Жигули, потом была такая. Ну, я хороший пара, мне нравится. Он в тюрьме работает, не знаю, на двойке или на тройке. Ну, форма, вижу, тюремная это. Ну, как их называют? Дочка, и я ее жену знаю, когда она ходила пузеньком. Потом родилась, они ходили там, сюсюкались. Потом смотрю, она уже подросла, смотрю, он ее качает, а уже бегает. Мне очень пара это нравится, я за ними всегда наблюдаю. Все вместе, вместе. Это мне кажется, третья машина уже, у них не такая была. Первая была Жигули, потом такая какая-то. Ну, я не понимаю их. Вот такая вот марка. А сейчас другая, сейчас еще лучше стала. Блатная сейчас машина у них. Это ихняя. Я за ними наблюдаю. Хорошая такая пара. Ну, они молодые, может, лет 30, 35. И она симпатичная, и он такой высокий. С девочкой они. Девочка уже это. Годика два, наверное, уже. Или 2,5 такая. Цаке. Да. Это, наверное, с нуля или с рук купили. Не знаю, это другая модель у них. Другая модель это. А этого знают тоже, чья машина. Она там стояла. Теперь там стоит. Деда одного. Ну, мужика в возрасте. Я сейчас на лавочке сидела, меня не узнали. Соседка выходит мимо меня, Надюха. Она говорит, я думала, Натаха там, ну, комната у нее есть, сидит. Ну, я же шапку поменяла у меня, и красная куртка. А у нее тоже красная. И я сижу, банан ем, или хлеб уже ела, батон, корку. И она мимо меня идет. Я говорю, Надю, ты что со мной, ты не разговаривай? Она, ох, это ты, что ли? Я думала, это Натаха сидит, у нее красная куртка тоже. Ага. Я говорю, правда, не узнала тебя, думаю. А я не могу. Ой, девки. Мне написали там какие-то... О, Господи! Чучело-мяучело. Это... Какие-то сбросы, это головные боли, это что-то там обратно сбросы, какие-то сильные головные боли. Но у меня пока еще не болело сегодня, вчера, позавчера. Ну, не болела, а какая-то непонятная тяжелая голова, как пьяная. Магнитные бури, там мне написали целое письмо в этом
кто-то подпишется, какие-то сбросы. Боже, я очень реагирую на это. А летом у меня то высокое, то низкое, то, ну, большинство низкое. Господи. Скоро сок пойти должен, девки. А он не текет, вон нет еще. Скоро сок березовый. Очень вкусный. А еще какой мне в том году угощали. Две бутылки. Липовый. Нет, березовый я пила. Мне две бутылки налили. Я прям пила, его надо пить. Ой, такой вкусный. А еще какой-то липовый, что ли? О, видите, овчарки белые. А что это, береза не плачет еще? Или рано? Не видно. Окна надо мыть. Да ладно, у меня чистые окна. Просто надо вымыть их хорошенько. Я этой шваброй для окон очень хорошо. Сетку мне надо вымыть. Ой, поставить. Сетку сейчас поставлю я. А, цветы отцветут, и я тогда поставлю. Вот этот я не буду дергать, как его. Декабрист, его нельзя крутить ни туды, ни суды. Этот-то здесь, а этот там, где окно. Отцветет, тогда я поставлю сетку. Буду пока здесь открывать. Здесь сетка стоит. Ой, ладно, давайте, все, ребят, полежу я. Полежать надо, поела, полежать. Это. Мне сказали, я похудела. Но я по штанам смотрю, вижу. Вот джинсовые. Они были мне в ляжке прямо на все это, прямо, ну, как ее, в обтяжку. Я теперь эти вот мне сделают. Угу. Три татушки. Ладно, давайте все, три татушки. Вечером приходите.